подписчики мои, которые со мной давно, узнаете? Черноморск. Снег уже почти растаял. Днем было плюс 4, прям на солнышке пригревало. Сейчас ветерочек поднялся. Надо в магазин мне сходить. Че, приехала, ничего дома нет. Коба меня то ли не узнал, то ли обиделся. Черный где-то гуляет. Ну вот он, пустой Черноморск зимой. Ничего-то, конечно, не изменилось за 2,5 месяца. Чего изменится? Пойду к морю схожу. Но ведь красота, правда? Море, оно в любую погоду море. Так что я дома. Тягостно, грустно. Ну что делать? Сейчас нагреется все. Теплые полы включила. Печку протопила. Делами заниматься. Мишаня позвонила, что доехал. Ира позвонила, говорю, я дома. Что, скоро весна. Я сниму, у меня там подснежники цветут. Ну ладно, море я вам показала. Все на месте. Сейчас пойду в магазин. Да в аптеку надо сходить. Ихтиандр. Здесь же снимали фильм «Человек-амфибия». Он раньше был в воде. А потом стал разваливаться постамент, и его вытащили на сушу. Вот, а тут как снег сгребали. Снег лежит. Ой, сколько мне звонили людей, которые даже мне ни разу
никогда и не звонили. Всем так интересно, как это я попала на телевидение. Да вообще, чем я занимаюсь. Те, которые не смотрят YouTube и вообще не общались мы давно. Всем прям сразу стало интересно. Что же это у меня такое в жизни происходит? Да, жизнь штука такая. И все ведь это спасибо Любе Саранче. Если бы не она, конечно, ни на какое телевидение я бы и не попала. Так что, Любочка, спасибо тебе огромное. Бабушки гуляют, ходят. Сейчас в Крыму начнут опять писать господа с Украины. Опять обзываться и гадости писать. Я вот хочу сказать таким товарищам: не пишите мне гадости, пожалуйста. Не надо, я очень расстраиваюсь. Ну не я же у вас Крым забрала. А то начинается вот это. Ворованное в пользу не идет. Ну, вообще всякое. Прям хочется все бросить после таких комментариев. Я уже старый человек. Зачем мне вот это писать? Уважайте хотя бы старость. У меня прям планов было громадью. Думала, приеду, попрошу Витю, чтобы он мне привез цемент. И начну. А потом понимаю, что холодно. С цементом-то на улице рановато, видимо. Так что надо подумать, что-нибудь другое сделать. А то, как оказалось, у меня много людей подписываются только из-за украшений. Другие из-за цемента. Третьи из-за картин. Надо. Разберусь дома, наведу порядок и буду что-то делать. Так, еще что хотела сказать. Спасибо вам огромное, мои дорогие, за ваши комментарии. Я прям не перестаю удивляться, какие вы у меня самые лучшие, самые добрые, все понимающие. Ну, прям слов нету. Спасибо, мои дорогие. Прям до слез меня вот это трогает все. Умнички мои. Сейчас Дима мне звонил и говорит, листья есть? Вот, Дим, есть листья. Ну, не на всех, конечно, кустах и деревьях, но есть. Вот. Пуп. Дорогой. Ну, иду на почту. Вот так что, видите, мой ангел-хранитель на операции в Москве. Почку удаляют, не знаю вообще. Господи, дай Бог ему здоровья.
Здравствуйте. Вы приехали? Я приехала. Тебя нас узнали? А то. Я же знаю. Это вы приехали. А, ты приём. Угу. Это работа. Да. Вот это вот, Толик, это мой любимый таксист. Это работа. Скажите, пожалуйста, вы телефон оставите? Галочка, ангел мой. Все ваше. Спасибо большое. Пожалуйста. Там еще сказали кому-то подойти. Не знаю, что еще говорит. Нет, вот это я у нее забрала. Я вас снимаю. Да? Да. Не говори. Вот, получила. Девчонки, сохранили мои посылочки. Вот, Толик меня сейчас отвезет домой. Идет уже туда-сюда, скоро уже весна. Да, у меня подснежники цветут на участке, повылезали тюльпаны, нарциссы. А представляешь, в Мурманске вот, да, была сколько времени? От 18 мороза до 32, да мать твою, я в квартирах мерзла. Ну это там, да, а это самое, а вот в центральной, по Москве, так там особо холода не было. И сейчас вот, я говорю, у нас здесь, смотрел, слышу, правда это или неправда, по радио, там у нас холоднее, чем там. Там давно, у нас только вот сейчас вот стало тепло. Вот последний, вот как сегодня, тепло. Вчера весом тепло было, да, плюсовая температура. А то минус 7 был. Да ладно. Да. В Москве 0, а у нас минус 7. Я говорю, что за ёб твою мать. Да. Но это в пятницу я привезла снег с Мурманска. Это вот как всегда. Я как куда приезжаю зимой, привожу снег и морозы. Но все равно, ну посмотрите, мои дорогие, ну что это? Не весна ли это? Весна уже. Хоть как куда, как бы оно ни было, все равно весна уже. Уже весна. С ваших краев там так передавали, какое-то 500 километров похолодание идет на юг сюда, к нам. И, ну, к нам оно уже, к нам оно пришло уже такое-сякое. Ну, понад Уралом, туда с Урала не шло, понад Уралом. Не, в Мурманске было очень холодно. Ну, там холодно. Всю было, зиму, да, всю. Причем не всегда такая зима бывает, одни морозы. Нет, бывает потепление какие-то, а тут просто вообще. А я уже так отвыкла. А чё же за 4,5 года тут только? Привыкла же к этому уже климату, конечно. Куда ты денешься? Привыкнешь ко всему, что так, да, так надо. Я всегда говорю, человек такая здесь скотина. Мы ко всему привыкаем. Вот. Все, снег растаял. Травка зеленая. Скоро листочки пойдут, цветочки. А у нас тут это самое, цветы цвели уже. Тюльпаны. Потом как их, вот эти колючки, вот они как называются? Не знаю. Ну, колючки эти самые пустые. Так я понимаю, если тепло было зимой, конечно, цветет. Да, они... И розы цвели. И розы цвели. Я смотрю, у меня они вот замерзли просто. Снег, видно, выпал, мороз был. А так-то цвели всю зиму.
никуда не денутся, когда тепло. Цветут себе и цветут.